Петр Никитич, у меня здесь новая статья. Так, ну-ну-ну. Всадник в черном остановил коня и, крадучись, направился по перекинутому через Москву... Петр Никитич! Лев Николаевич! Да? У меня сенсация! Представляете, моя родная, двоюродная бабушка слышит звуки на расстоянии. Вы представляете? Я тоже слышу на расстоянии. Понимаете, Маша, все люди слышат на расстоянии, кроме, разумеется, глухих. А вы как-то иначе? Да нет же, нет! Она слушает без ушей, понимаете? Нет, не понимаю. Ну, как будто у нее вместо ушей телефон. А что, понимаете? Что, любые звуки слышит? Нет, не любые, но она слушает очень многое. Мелодии, музыку. Послушайте, Маша, может быть, это слуховые галлюцинации? Да, конечно, это галлюцинации. Да нет же, это не галлюцинации. Она слушает радиотрансляции без помощи радиоприемника. Этого не может быть. Я тоже сначала не верила. Но моя бабушка, Вера Сергеевна Грановская, всегда отличалась уникальной порядочностью и бескомпромиссной честностью. Она просто не может соврать. То, что вы сказали, нет. Машенька... чрезвычайно интересно. Ну, правда, Лев Николаевич, вы тоже так Лев говорите. Лев Николаевич, я верю, вы с Машей сработались. Исследуйте объект. Тем более вам к мистификациям не привыкать. Хорошо, я готов. Только нам нужно достать новые приборы. Достаньте. А бензин? За углом на бензоколонке. Хорошо, пойдемте, Машенька. Пойдемте, Лев Николаевич. Сумку не забудьте. Петр Никитич, здесь опечатка. Она мне рассказала об этом сегодня утром. Так я только успела проверить, Лев Николаевич. Ой, Грамотей.